В Тбилиси задержали 6 украинцев, МВД Грузии. В Министерство внутренних дел Грузии уточнили число задержанных граждан Украины 2 декабря в Тбилиси. В грузинской столице Тбилиси в воскресенье, 2 декабря, задержали 6 граждан Украины и 1 грузина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии. К сведению, 6 граждан Украины и 1 гражданин Грузии арестованы. На основании оперативной информации, 2 декабря этого года Министерство внутренних дел провело специальную операцию в гостинице «Гурия и Альянс», расположенной на ул. Лихаури, в Тбилиси, РЕД. Говорится в сообщении. Указано, что в ходе обысков в гостиничных номерах задержанных изъяты пистолеты «Беретта» и «Макаров», автоматические ручные ружья и различные боеприпасы. По данному факту в Грузии начали уголовное производство. В частности, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывного устройства, совершенной группой, пояснили в МВД. В полиции также выяснили, что 27 ноября граждане Украины прибыли в Грузию. Сейчас правоохранители выясняют конкретную цель и задачи их визита в Грузию. МВД и Государственная служба безопасности будут определять, задействованы ли граждане Украины и Грузии к текущим политическим процессам в стране. Общественность будет проинформирована об этом, резюмировали в ведомстве. Ранее грузинские СМИ сообщали, что в Тбилиси утром 2 декабря задержали 5 граждан Украины. Напомним, по итогам 2-го тура президентских выборов в Грузии победила Саломе Зурабишвили, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта». Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.